Ребята, доброе утро. Продолжаем газовать потихонечку, врываться в среду. Серединочка недельки сегодня будет. Кайф. Движухи много. И вам хорошей движухи желаю. Ребята, доброе утро. Сижу, вкусно завтракаю на улице. Вот. И кажется, что пару дней назад я поднял классную тему, которая и вам зашла. А с многими мне даже пришлось поспорить на эту тему. Сейчас обязательно мы ее разовьем в следующих сторис. А пока покажу вам свой завтрак. Видите, какой завтрак туриста. Творожочек, чаечек и ананасик. Все, кайф. Погнали. Прикольные темы сейчас буду задвигать. Кажется, что надо еще прозвенать тему, которую я поднял позавчера. Даже идти собака пришла послушать. И очень интересно, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, помните, я высказался о том, что кайфую со своей движухи. Вот, и заодно поднял такую любимую тему многих коучей. Они говорят о том, что занимайтесь любимым делом, только тогда придет успех. Если вы будете заниматься нелюбимым делом, успеха не ждите. Ну и так далее. Много-много об этом вообще везде говорят, включая Инстаграм. Так вот, я тогда сказал, что, ребята, не существует никаких любимых дел, а бывает ваше отношение к любому делу. То есть, если вы будете из любого дела достигать результат и усердно к нему относиться, то оно в итоге станет любимым и будет приносить успех. То есть, хороший результат. Один мой известный, очень известный коуч, мой товарищ, точнее, он не мой коуч, он мой товарищ, он мне написал прямо тут же на это сообщение, говорит, нет, ты не прав, говорит, без любимого дела невозможно добиться успеха. Если дело нелюбимое, то успеха не добьешься. И мы с ним на эту тему поспорили, и сейчас я вам краткую выжимку расскажу. Так вот, по мнению вот этого профессионального коуча, теория очень простая, что если ты занимаешься любимым делом, то ты усердно, ну, равно усердно занимаешься, и ты точно будешь успешен, потому что это дело твоей жизни, в общем, ты к этому прирожден и так далее, и так далее. Ну, короче, почему я вообще не сторонник этой теории? Я знаю дофига людей, которые вообще не знают, что хотят делать. Ну, просто не знают. А также я знаю дофига людей, которые сегодня занимаются одним делом, а завтра резко переключаются и говорят, вот это круто. И это касается увлечений, работы, бизнеса, постоянно менять сферы. И каждый раз они говорят, блин, это дело жизни, я всю жизнь его искал, всю жизнь о нем думал. Ну, короче, как минимум тот факт, что таких людей очень много, говорит о том, что, по сути, что эти люди будут неуспешны. Они ничего не добьются, если у них нет любимого дела, с которым они родились. Вот я считаю, что это неправильно. Я считаю, что у них у всех может быть успех, если они просто перестанут дергаться, а начнут бить в одну точку, прям бить в одну точку, и точно достигнут 100% успеха. Очень сложно выражать мысль на Инстаграм. Короткая секунда, хочется поговорить подольше, но и не хочется затягивать, потому что, ну, блин, время дорого, вам слушать меня полчаса тоже, наверное, не кайф. Так вот, про тех, кто занимается любимым делом и обязательно добьются успеха. Я таких много знал. Футболистов, там, спортсменов разных, не только спортсменов, там, айтишников, которые просто так далеко уходят в любимое дело, что, в принципе, забывают о своей эффективности. Забывают о том, что на любимом деле есть конкуренция. Есть такие же чуваки, кто также любит это дело, как они, и в итоге они тоже ничего не добиваются, хотя занимаются любимым делом. А многие за слово «моё любимое дело» прячутся, когда им все вокруг говорят, ну ты ничего не добился в этом вопросе, иди в другое русло, развивайся дальше. Другими словами, им хотят сказать, работай больше, старайся лучше. Точно. В общем, я также знаю много чуваков, которые неуспешны в своем любимом деле и отмазываются тем, что мы занимаемся любимым делом и ни на что это не променяем. Неважно, что мы там 185-й футболист в команде или еще кто-то там, просто мы занимаемся любимым делом. В общем, я считаю, что вот этой теории любимых дел, которая приведет тебя к успеху, не существует. Что все это ерунда. Да, есть те, кто могут так говорить и говорить, что вот я именно занимаюсь любимым делом. Но потому что в детстве я условно занялся и дальше продолжил, и я это люблю, и фанат этого, и так далее. Просто ты уже в детстве очень сильно старался, кайфовал с того, что ты делаешь, и так далее, и у тебя дальше получалось. Я знаю много предпринимателей, которые врывались в незнакомые ниши и достигали успеха. Я знаю много людей, которые меняли работу, приходили в новые команды и достигали успеха, потому что старались и классно относились. В общем, что я хочу сказать. Не надо никаких искать призваний, никаких особенных профессий, которые подходят именно тебе. И не слушайте этих говнокоучей всех, которые будут вам это рассказывать. Просто усердно трудитесь, и все получится. Вот мой посыл. Асик, ты мужчина в этом зале. Шагаем уверенно, нахуй. Вот этот, хули там понаставили. Убираем, нахуй.
дороге, блядь. Ты мужчина, ты победитель. Давай, шагай. Давай, нахуй, развали.